сьогодні ми говоримо знову про Олімпійські ігри в Ріо, підбиваємо підсумки і будемо говорити про художню гімнастику. Наші дівчата з групових видів, групових виступах посіли 7-е місце. Чому так? Ми сьогодні зможемо розібратися і поговорити взагалі про художню гімнастику в Україні з капітаном збірної України Євгенією Гоман. Вона у нас сьогодні в студії. Вітаю вас. Добрий ранок. Як от починалися Олімпійські ігри для вас? Яким був цей шлях до них? Яким взагалі, можемо почати з того, яким був цей рік? На самом деле, год не то что сложный в моей карьере, слишком сложный. Очень много испытаний далось нашей команде. Прошли много соревнований, много каких-то, ну что-то, моменты не получались, где-то были успешные выступления. И это настолько закаляло, и тренировочный процесс тоже был очень-очень сложный. Тренера максимально хотели с нас выжать, чтобы уже в итоге на Олимпийских играх мы выступили хорошо. Только, конечно, есть положительные воспоминания, потому что все плохое забывается уже, и когда ты это все переживаешь в данную секунду, кажется, невозможно пережить. Сейчас уже вспоминаешь все с улыбкой. Вот, ну, хочется только порадоваться, что прошел такой путь, прошел путь к Олимпийским играм, в моей жизни вторым Олимпийским играм. И уже только хочется воспоминания оставить такие приятные. Ну, до речи, в липні у вас був турнір в Берліні, і він додав оптимізму перед Олімпійськими іграми. Да, це такий дуже успішний старт для нас був. Ми повірили в свої сили, повірили в те, що ми можемо дуже достойно виступити, можемо показати хороший результат. Потому что ну, в течение года некоторые старты нам ну, точно так же ставили, хоть и хорошее было выступление, идеальное, ставили, ну, занижали оценки, нас это просто опускались руки, но все равно ты продолжал тренироваться и идти дальше к Олимпийским играм. И в Берлине такое как бы и золото в финалах было, и ленты тоже, и многоборье тоже как бы серебро, и это дало нам оптимизма и силы на Олимпийские игры. Вот в интернете есть видео, когда вы в атлете тренируетесь, и там ваша программа под музыку Мадонны. Сколько часов уходит на то, чтобы таки довести до идеального выполнения? На самом деле, ты, наверное, никогда не доведешь до идеального выполнения, но все равно есть положительные тренировки, хорошие тренировки, есть отрицательные, когда уже нету сил, но ты борешься. И мы с утра с 9 до 7 в зале находимся с перерывом обеденным и все время отрабатываем много просто повторений бесконечных, чтобы довести программу до нужного выступления. Вас пятеро, так? І ви капітан команди, от як вам вдається весь цей час, це ж на вас такий, можна сказати, тягар, відповідальність, як вдається всіх зібрати докупи, бо я знаю, що такий колектив, 5 дівчат, це дуже важко, кожен день хтось просипається з одним настроєм, лягає з іншим настроєм, і як це вдається все зібрати докупи? На самом деле, когда ну, меня тренера сделали капитаном, тяжело было, ну, потому что действительно ты должен сам работать и помогать девочкам, поддерживать их. Но как бы тоже это тебе прибавляет силы, что ты должен вести себя сильнее всех, больше всего выдерживать. И ну, как бы я вообще люблю заряжать такими позитивными, яркими эмоциями других, придавать хорошее настроение другим девочкам. Ну, вот мне это нравится. Поэтому, может быть, так сказать, тренера и выбрали меня капитаном, чтобы помогать девчонкам. И я пыталась это сделать на чемпионате Европы. У нас вообще вышла одна очень сильная гимнастка, она была капитаном до меня, Алена Дмитраш, она судила. И ну, как бы вообще было очень сложно без нее. Я, считай, сама была, потому что она тоже заряжает девочкам, помогает, тоже поддерживает. А без нее стала команда как бы слабее. Вы взяла слабее, на себя да. Эту роль? Да, я вот в этот момент как раз взяла на себя роль и ну, пытались справиться, а потом уже Алена вернулась, это еще легче стало, когда две гимнастки, это намного легче всем, всей команде работать. Вот вы в квалификации на Рио прошли 8-ми. І який настрій на той момент був? Ви відчували команди, що ви можете більше? На самом деле, з першого дня уже Ріо ми відчували командою, що ми можемо ну, очень хороший результат показати.
Но вот уже после, когда мы смотрели за Аней, когда смотрели, что Аня ставит, ну, как бы ей ставят нормальные оценки, но все равно она рассчитывает и заслуживает большего. И она безошибочно прошла, другие как бы ошибались. И мы уже тогда увидели, что все равно оценки другим ставят Як больше. Как ты не старайся. Да, и ну, это, конечно, расстраивает, но всегда мы, всегда и тренеры нас безумно поддерживают. И всегда нам говорят, что ну, нельзя ни на кого смотреть, нужно работать, делать свое дело и все равно бороться. Потому что ну, тебе хоть там не на пьедестале это вознаградится, но в другом ты обязательно что-то получишь от того, що ти борешся. Ну, це навіть відчувалось через телеекрани. Ми бачили, на ті, хто не розуміє нічого, ті, хто тільки знайомляться з художньою гімнастикою, це відчувається, там, не знаю, тонкощів, але ти бачиш, що щось не так. Ти побачив, і коли навіть такі моменти, коли там, росіянки і інші роняють свої предмети, і оцінки майже однакові, або да. навіть в них вище. І виходить таке нерозуміння, як так. Ну, это как бы отдельная тема, субъективный вид спорта, ты ничего не сделаешь, это ну, решение судей, и с ними всегда как бы борются, там меняют, ну, тоже исключают из судейства, но все равно это возвращается. Вот, ну, поэтому мы все равно должны делать свое дело, защищать страну, выступать за нее, бороться. И... Но на самом деле очень было приятно вот в Рио ощущать болельщиков, поддержку. Потому что, ну, мне кажется, что вот я просто вдохновилась этим, потому что уже после первого выхода в квалификации, второго, ну, безумно трибуны тебя поддерживали во время упражнения, после, когда ставили оценку, тоже зал как бы гудел, ну, только на нашу команду вот так вот отношение такое было, которое действительно, да, действительно придавало силы. Вот, ну и как бы и в конце тоже, и такой положительный момент, что уже когда возвращались с Рио, в интернете появились, ну, много таких статей, и что BBC канал такой... Знаем мы такие. Безумно масштабный, опубликовали наше видео «Вок Мадонны», что ну, очень многим понравилось, там за 300 тысяч просмотров, ну, уже это видео удалили, потому что Международный олимпийский комитет, да, да, но ну, тоже это нас вообще, любовь зрителей не купишь, и ну, я считаю, что такой пиццумок Олимпиады нас, любовь зрителей... Запам'ятала, да. Теперь буду чекати Украину. Ви були вже, це для вас вже була друга Олімпіада. За ці 4 роки рівень наших майстерності наших гімнастик, взагалі рівень в Україні, конкуренції, він вирос? Вот сейчас, ну, как бы то поколение, которое выступало на Олимпийских игр, да, ну, это опытные гимнастки, но не забываем, в групповых упражнениях безумно вырос уровень тоже всей гимнастики. Если в Лондоне ну, мы были пятые, ну, мы были команды как бы неопытных, но нам далось пятое место. И вот за то время все эти команды, которые ну, в Лондоне были, они тоже точно так же возросли. Сейчас десятка команд, с которыми мы соревновались, действительно была на уровне. И, ну, как бы очень сложная была борьба, и все опытные, и все такие по особенностью, со своими особенностями команды, и Испании, и Болгарии, которые на пьедестале, ну, то есть... Для себя, как вы чувствуете Олимпиада в Лондоне або в Рио? Яка была важче? Для меня далась тяжелее в Рио, но, как бы, это совершенно для меня две разные Олимпиады, там мне было... 17 лет, ну, совершенно разные такие ощущения. А сейчас уже постарше вообще все осознаешь в других масштабах, в других, ну, сознание у тебя совершенно другое. Я, честно, выходила на ковер, наслаждалась соревнованиями, то, что я присутствую уже на Олимпиаде, этот зал, эти трибуны. Успех. Да, ну, как бы такой своеобразный, да, успех. Хотелось, конечно, рассчитывали, мечтали о другом, но... Как бы, что Бог дал, но мы сражались, мы боролись. И... Неможливо, ми говоримо так про виступи, неможливо не поговорити про тренера. Ірина Іванівна, наскільки, я розумію, що велику роль відіграє як в вашому житті, так і професійній в кар'єрі спортивній. Що можете сказати? Ірина Іванівна – такий чоловік, який, ну, от... Сейчас взялся за групповое упражнение, но вот она 2 года нас вела,
с Марией Анатольевной тоже Кардаш, Виктория Анатольевна Бессонова помогали. Но Рина Ванна просто нас не отпуская, вела к этим соревнованиям. Тоже с ней, ну, как бы она такой эмоциональный человек, тяжело с ней приходилось, но это тебе вот, тебя закаляет каждый день. И, ну, вот она нам дала все, отдала, чтобы мы показали, вот на что мы способны. Она верила в нас, она нам, ну, как бы все делала, чтобы мы вся только... Вся была с вами, так, да, сейчас. Да, и все для нас делала во время подготовки. И вот благодарна безумно ей, и я сейчас, ну, после уже выступлений только начинаю учиться у нее, потому что она и в тренерской работе, и в организационных моментах, ну, как бы она за все берется, ей все удается, то, что она хочет, она всегда обязательно сделает, хочется только в этом у нее учиться и дальше с ней продолжать. А вот что далее, вы будете продолжать свою карьеру или нет? До Рио... Ну, как бы уже я думала, что это последние мои соревнования. Сейчас хочется отдохнуть и потом посмотрим. Да, потому что безумно устал, безумно, ну, как бы будем дальше смотреть. Сейчас пока что не хочется об этом думать, хочется что-то другое. Ну, сейчас помогаю тренировать уже других молодых более девочек. Вам это интересно? Да, очень. Ну, как бы мне нравится, я хочу им передать в групповом упражнении вот это вот и опыт, и помочь в чем-то, потому что, ну, мало тренеров у нас, которые... Сейчас в школе... Ну да, и в школе Дерюгиных сейчас как бы... Именно в зале с Альбиной Николаевной, с Ириной Ивановной не очень много тренеров, но они есть, а мне хочется тоже помочь именно в плане группового упражнения, вот что я прошла, чтобы было легче осваивать молодым. Ну, вот так, и можете наостанок також побажати и подякувати всіх тих, хто вам допомагав. Да, хотела поблагодарить, безумно благодарна всем, что поддерживали этот год, это четырехлетие к этому старту огромному, такому масштабному. Спасибо большое всем близким, всем родным, всем друзьям, просто всем фанатам, всем болельщикам художественной украинской гимнастики.